Одесские активисты забросали яйцами общественную приемную депутата облсовета Виктора Баранского. Сам оппозиционер не пострадал, в этот момент его не было на месте. Что вызвало недовольство людей, расскажут наши корреспонденты. К офису депутата-оппозиционера Виктора Баранского пришло более 10 активистов. Выкрикивая лозунги, люди забросали яйцами фасад и помещение приемной. Свои действия активисты объяснили тем, что Виктор Баранский ведет антиукраинскую пропаганду. Когда за часы збройного конфликта выходит людина на ЖД вокзал и рассказывает мешканцям нашего города, та ще й тим, кто приезжает до нас, так каже, что тут все по-русски и все классно. Русский мир – это здорово, и танцуют смугляночку, и поют песенки. Це ганьба, реально ганьба, мене це обурило дуже. Все длилось не более 10 минут, после чего активисты ушли. В помещении приемной на момент акции находилось несколько подчиненных Виктора Баранского. Но общаться с журналистами они отказались, демонстративно закрыв дверь на ключ. Не удалось нам взять комментарии у самого Виктора Баранского. По телефону представители его пресс-службы заявили, интервью не будет. К сожалению, интервью не будет. Если у вас есть желание, можете скинуть на электронную почту, мы вам скинем заявление Баранского и фотографии. А вот активисты, в свою очередь, пообещали, подобные акции будут проводить и дальше. Более того, у них есть целый список людей, которые придерживаются пророссийских взглядов. Но их фамилии пока не озвучивают. Евгений Салтан, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.